Всем привет! Я всех приветствую на своем канале «Дом под соснами». Меня зовут Светлана. Погода стоит чудная. Работы шквал. Но обещают заморозки. Поэтому надо срочно избавиться от воды в бочках. Есть несколько способов. Это, естественно, насос. Это краник на бочке. Но есть самый простой способ. При помощи обычного шланга. Брунка, покажем, как это делается? Покажем. Берем обычный шланг. Засовываем в бочку с водой. Говорим собаке: принеси лейку. Молодец. Без этого помощника совсем никуда. Молодец. Зачерпываем немножко воды. Тяжеленьким шифером прижимаем. Берем шланг и делаем вот такое действие. И ждем, пока водичка заполнит весь шланг. Вот и она. Вот и все. И больше никаких проблем. Водичка течет. Также есть замечательный способ. С лейкой и с водой. Все то же самое. Опускаем шланг и заполняем шланг водой. И опять же бросаем на пол. И точно такой же эффект. Вот и все. Ну а на этом у меня все. Если кому-то была полезна эта информация, пользуйтесь. Всем пока. Заходите в гости.